если можно, здесь есть интернет. Да. PM Gay, пишите в телефоне, откройте, это вам будет подсказка, как каждая компетенция поможет нам. PM Gay.pmo.us AZ. Да. Если вы, да, для того, чтобы у вас был, вы первый раз открываете, оставьте ваш мейл, мы потом результаты вам отправим вам, для вас. Просто оставьте мейл и... Да. Все. Ну да, оставьте этот ваш мейл и... Скажите еще раз, PM Game, а дальше? Точка, PMO, PMO, точка, AZ. AZ. Тут вот как раз за раскрытие всех компетенций, элементов компетенции. Коротко, для тех, кто хочет готовиться к IBMI экзамену, это тоже хорошая подсказка. Там шпаргалка, можно подставить, быстро вспомнить и ответить. Это Александр Самойлович, нет, можно так. Да. Да. И дальше там есть как раз вот раскрытие вот этих элементов компетенции. Первый шаг для нас что? Нам нужно ознакомиться с правилами. Правила там, если вы видите русский и английский правила, загрузите правила, и вам дается 5 минут почитать. Давайте почитаем, о чем эта игра, потом я раскрою, расскажу вам тоже, но 2 минуты, 5 минут хватает там ознакомиться с правилами, чтобы легче было там дальше. 5 минут, время пошло. Правила почитать. Здесь было, по-моему. Китайцы, по-моему, торгуют этой игрой. Да? Я в интернете посмотрел. Да, вот. Спасибо. Можно подписать уже дальше. Есть что-то, что можно сказать? Да. Просто разведение, что мы можем сделать.
еще одна минута. Успеваете? Да. Может быть. Много текста, много букв. Самое главное — роли правильно распределить. Сейчас будем. У меня есть хорошее предложение. У нас этот стол не полный, а остальные по 6 человек. Если с каждого стола сюда пересядут, по 5 человек будет, и 4 стола у нас спокойно поиграют. Свободная вакансия. Давайте с каждого стола добровольно, самоорганизация. Ты решал мне победу. Ну все, да. Давайте, нам нужна победа. Давайте. О, вот я пришел на бюджет. Челлендж. Давайте. Да, все. Теперь за каждым столом по 5 человек. Там можно победители. Значит так, теперь самая ответственная часть. Заполняем форму. Форма начинается с названия команды и распределения ролей. Давайте, у вас на столе есть такая бумажка. Вы можете ручкой заполнять здесь. Или же это в конце потом не отправите онлайн. Значит так. Заполняем название команды, имя участника и его роль. Ну что? Понятно, что с бюджетом, да? Да? Ну, кто заполняет? Ты там обещал победу? У кого красивый почерк? Я победу почерк, обещал, да? Заполнять бумажку. Окей. У меня красивый почерк. Как он называется? Давайте. Неожиданно победа. Собравшись. Ну, знаешь, чтобы буквы П не отвалились. Да. Капитан. Сидит на месте капитана. Что это? Здесь не подписано. Я могу спокойно всегда получить инспирит объединиться. По жизни моей это... задача. Фамилия? А, тут еще фамилия. Да. Чинзин. А покажи, где она написана. Че, где? Бумажка. Мы же сейчас бейджик. Да. У меня красненький. Можно купить? Я раньше. Важно. Я фиолетовый. Так, ребята, остался желтый, зеленый. Вообще без разницы. Дайте желтый тогда подумайте. Я могу быть сначала желтым, потом зеленым. Так, а к вечеру все будут синими. За бюджет уже. По-моему, так если мы что-то сделали, не то, тогда он нас джикает. Тимкипер. Тимкипер. Это таймкипер. Таймкипер. А вот, наверное, тайминг подобрался. Георгий. Таймкипером будешь? Можно. Коуч. Коуч плюс Team Spirit. Павел Шарин. Мне осталось. Ты, ну, здесь тоже. Ой, нет, Павел. Павел. Вот, спасибо за внимание. Давайте. Все, отлично, спасибо. Значит так, ребята, друзья, коллеги, я не знаю, там по привычке ребята говорят, но, да, значит,
правилами ознакомились, я коротко расскажу. У нас есть жизненный цикл проекта, как по всех классике жанра, да? Инициация, планирование, экзекутинг и закрытие, closing. И наша задача каждой команды пройти пошагово по этим этапам, жизненным циклам проекта. Основная цель — собраться, закончить инициацию все вместе, собраться в кик-оффе, собраться в go no и go live. И на каждом этапе у нас есть определенное препятствие. Определенное препятствие — это риски, как всех проектов. Каждый из этих этапов имеет там риски и возможности. Что означает риски? Риски — это у нас всегда расходы. Возможности, если мы управляем им, мы получаем выгоду. Если не управляем, ничего не теряем. Да? Не пользуемся возможностями. Практически это тоже происходит у нас на столе. Если мы знаем, мы получаем бонус. Если не знаем, то без бонуса двигаемся дальше. А если риски, если у нас риски, то обязательно у нас двигается бюджет. Наша задача — с малым бюджетом, расходами дойти до финала и решать по ходу нашу проблему. Дело в том, что на этой игре уделяется там 50 минут. Самая главная проблема в чем? Да? Когда команда играет, она отвлекается на обсуждение каких-то там этих решений вопросов. Таймкипер у нас тот человек, который отвечает и управляет этой тусой, чтобы не увлекались и все время быстро принимали решения, двигались дальше, не теряя особого внимания. Иногда бывает то, что уделяется на возможность больше времени, как будто теряется время. На возможность — это возможность, вы ничего не теряете. Поэтому на возможности меньше обсуждаем, быстро принимаем решение, чем на рисках. Обычно уделяется очень много времени в обоих случаях. Поэтому будем играть так. У нас есть тот человек, который отвечает за бюджет. Этот человек должен сидеть рядом с бюджетом. И тот, кто отвечает за тайминг, время, сидит рядом со временем. Все правильно сидят? Да. Игру начинает тот, кто отвечает за тайминг. И бросает кость, делает свой шаг. По количеству костей, каждый участник шагает по... Выбираем цвета камешек, каждый по-своему, вы уже выбрали, да? Да. И двигаемся, бросаем кость, двигаемся. Круг завершается, делается следующий шаг в тайминге и в бюджете. Давайте я прямо за этим столом соберемся, я просто на примере уже покажу, как двигаться. Можно? Да. Кубики двигаются. Да. Допустим, наша... Давайте. У нас как раз хорошая фотография, можно получиться. Да? А может и нет. Значит так, прежде чем... У нас команда собралась, как называется команда у нас? Много-много-много не надо повторять, а то захочется. Да. Значит, следующее. У нас тайминг и бюджет двигается один раз, когда круг замыкается и начинается второй круг. Круг — это что? Да, Аня начинает, заходит до Ани, Аня второй раз бросает кость, тогда двигается второй раз. И бюджет двигается одновременно, да? Но в отличие от Ани, бюджет второй раз двигается, когда на количество ошибок во время риска. Если мы риск попали, но компетенции неправильно выбрали, то получается на то количество шагов мы делаем расходы. То есть у нас компетенция не хватило. Да. Сам эксперт, который тут же ответы дает. Да. Давайте, например, прежде чем начать, Аня, что мы делаем? Включаем таймер. Да. Фишка. Да, пошли, бросаем. Аня бросила. Там раз, два, три. Второй раз. Все бросили. Один. Бросили три. Опять. Два. Вот
Вы обнаружили, что выполнение проекта требует определенного изменения в системе работы одного из структурных подразделений организации. Все. Почитали. Теперь вопрос. Во время инициации проекта вы столкнулись с таким риском. Какие компетенции вам в помощь, чтобы избежать эти риски? Что может вам помочь? Вы обсуждаете, брейнстормите, выбираете три основные моменты компетенции. Чтобы вам было легче, тот линк, который вы только что открывали, там есть короткое изложение этих тезисное, чтобы вы там, например, у вас возникло между teamwork'ом и там конфликтом, управлением конфликтом, быстро почитали, определили, что там, о чем там, и быстро возвращаетесь и принимаете свое решение. После того, как вы ответили на три, поворачиваете здесь ответ в виде значков, видите? Там, допустим, да? Мы ни с одним не попали, поэтому это автоматом три пункта по бюджету. Можно вопрос? Да. А компетенции могут быть все три из одной сферы или обязательно одна зелененькая? Любые. Все три могут смотреть. Да, да. Дело в том, что многие иногда задают вопрос. У меня в практике это всегда работало. Те, кто составлял, это неправильно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у вас есть разные инструменты. Вы можете его применять, вы применяете, она всегда эффективная. Но здесь вы узнаете еще другой инструмент, который вы даже об этом не задумывались. Это вам может быть как помощь или же подтверждение того, что вы правильно это принимаете решение. Самое главное, здесь 5 человек за столом обсуждают быстро это, принимают решение и делают как бы ставку, да, и двигаемся дальше. Дело в том, что после того, как все дошли сюда... А есть ли возможность? Как? Если возможность, попадаем в возможность, то на количество правильных ответов тот человек, у кого попал возможность, идет вперед. Например, попал сюда, 3 ответили правильно, вы получаете бонус, плюс еще 3 шага вперед. Но мы не можем уйти сюда дальше. Да. Нам надо вот здесь собраться. Всем нужно собраться здесь. Здесь появляется 3-й человек, который, кто там коуч, по-моему. Он начинает вдохновлять. Иногда бывает, что у кого-то только 1 попадает. Да? То есть вся команда тянет этого, ждет, чтобы этот человек дошел, все-таки это 6 бросил. Да? Или же там считает все риски. Это демотивирует. Задача коуча — вдохновлять. Ребята собрались, какие там быстро дошли сюда. 2 минуты, 1 минута ретроспектива. Быстро обсуждали, какие у нас ошибки. Иногда бывает там, что читает 1 человек, и никто его не понимает. Быстро переключились, выбрали там другого человека, кто будет читать. Кто-то там, например, у нас была ситуация, выиграла команда, которая разделила компетенции на 5 частей. Эти 4 я отвечаю, и было такое, да, казним тех, кто там 5 вот этих компетенций, например, ответ был 5 этих, а за это 5 отвечаешь ты, да, казнили его за то, что он неправильно, там, не боролся за свою компетенцию, да, было так, что-то, как? Да. Да, ну, это сработало. Я не говорю, что давайте применять то же самое, но бывает иногда, команды по-разному делают, да, свои работы, но самое главное, эффективно, меньшими расходами, большими бонусами. А что значит прийти? Бонусы. 3 правильных ответа. Бонусы. Если вы, например, при первой же игре там 6 бросили вот здесь, дошли сюда, и уже все здесь, вы, получается, раньше времени закончили, да? Получается, вы быстро получаете еще 1 бонус. Окей? Максимум 5? Максимум 5. Если прошли быстрее времени, если ответили на все вопросы... На все вопросы по возможности. Нет. По теме возможности. По рискам у вас правильно ответили, вы бюджет не расходуете. Неправильно ответили, вы бюджет расходуете. Все, кейсы понятны, вопросы есть. Когда сюда дошли,
Кто зашел, больше не кидает. Не кидает, другие. Он ждет остальных. Иногда бывает, да? Кто-то там быстро скидывает. Здесь что происходит? Кто-то скинул, вот, например, здесь тройку, раз, два, три, нет, четвертую. Кто-то на 24-й бросил четвертую, раз, два, три, четыре. Попал сюда, он приплывает сюда. Ему удача улыбнулась, да? И ждет остальных вот здесь. Кто-то там пришел, пять кинул, он сюда попал, он не считается. Он как бы пропускает. Если с того угла сразу на... Да, это тот угол получается, а здесь проходишь. Нет. Как в проекте, пока тренинг не закончим, на исполнение не идем. Пока исполнение не закончили, не идем на закрытие. То есть только там особое какое-то, да? Здесь особое как бы приоритет. Кто-то умно поступил, ему удача улыбнулась, и он быстро... Тот угол такой же, три угла одинаковые. Да. Мы готовы. Тайминг. Смотрите, тайминг по цветам отличается. Например, красный, вы дошли сюда. А не как мы сюда дошли? Ну, то есть, ну, вот я кинула там первый, да? Все по разу кинули, а потом дальше. Да. Все, это круг. Да, если мы раньше закончили, мы сюда пришли. Если вы закончили, вот здесь вы получаете бонус. Если вот здесь позакончили, кик-офф, да, грубо говоря, осталось, вы не получаете бонус. Но потом уже на этом уровне это считается четверка нулевой фазы. А здесь он продолжается дальше. Так, то есть бонусы за время можно, то есть по каждому временному интервалу можно получить бонус, правильно? Да. А бонус потом в конце доп. Очки дает. Да, дополнительные очки дает. И бонус дает, если мы возможности все три отгадали. Возможности три и раньше времени. А если две, то просто мы... Если туда дальше не успели, не получается ничего, двигайте дальше. Нет, если мы две возможности угадали, мы два хода вперед делаем, но никаких бонусов нет. Нет. Все. Окей. А три получается. Три возможности, бюджет у нас никак не расходуется. Да. А вот все? На эти клеточки вставать не нужно. Да? Когда все, ничего не понятно. Это как бы предупредительно, чтобы отсечь через это. Доверяемся. Сюда. Наверное, да, возможно, мы вот так вот сделаем. Да, это считается очень удивительно. Наверное, нам... Сейчас там вот эти раскидать. Да, это перевернется у него. Нет, нельзя переливать, что там же ответ. Да, каждый на две кучки надо сделать. Потому что там риски и возможности везде. Риски и возможности, возможности. Два вида. Давайте сделаем так. Хотите? Давайте так. Погружение, чтобы давайте быстро. Два-три шага делайте. Попрактикуйте, а потом двигаемся. Начинаем. Я засыпаю. Так, таймер. Бюджет. Нет, попробуй уже. Давайте студенты тоже назовите. Подождите. Так, кто у нас английский? Есть англичане это с языком? Ну давай посмотрим. Нет, они это инициация. Ну, на инициации. Это вообще это красный. Да. Так, нам нужен переводчик. Есть хорошая тема. Сейчас приложение. Есть такая тема. Приложение Google, картинку наводите, и он сразу переводит вам. Google перевод с картинки, да? Короче, он сразу переводит. Google Translate. Да, Translate, да, Google Translate, да, с этим, как его, с картинки прям. Который принесет бонус ценности проекта. По выгоде. Да. Ну, что, что там дает? Или же, папа, он тогда... Сейчас, разберемся. У нас просто этот, я сейчас вспомню, тогда, как называется? Нам, конечно, будете изучить. Компетенции, чтобы по ним не бегать. 15.35 начинаем. Да, вы обнаруживаете в своей организации человека с уникальными навыками, которые может принести большую пользу проекту. И что это значит? Вот мы должны выбрать какие-то три компетенции, которые... Это что дальше? Как мы поступаем с этим? Если мы обнаружили такого человека. Что с этим чудом делать? Что мы... Где мы этого человека используем, получается? Ну, что мы с ним сделаем? Вступим с ним в брак. Так, надо, наверное, вон Кокивару все-таки посмотреть. Это легенду этих дел. Mm-hmm.
Ну да, у нас это, как говорится, со звездочкой. Задача, блин, тут еще все. Можно сделать его лидером. А еще раз, как он звучит? Вы обнаружили у себя человека, а, нет, это на финиш. Который может принести пользу. Командная работа. Ну что? Начинаем. 15:35 начинаем. 16:25 заканчивается время. Мне кажется... А легенду где посмотреть по компетенциям? А, вот PM, PM Game. А дальше? Ремонт? PMGame.com. Да, а потом куда мы заходим? PMGame.pmo.us и там раскрыть. Вот. Мне кажется, это переговоры. Вот, нажимайте. И... А, у тебя русский. Личное общение. Люди. Правила? Эврика. А Эврика. Вот они картинки. А генератор идей. Нет, это находится. Вот, вот. Вот. То есть я вот за переговоры. Стратегия, руководство структуры процесса, соответствие стандарты, власти, интересы, культура и интересы. Вот соответствие стандартам, мне кажется. Короче, у нас какой-то эффективный человек. Он эффективный, то есть он... Ориентированность типа... на результат. Общение, ориентация на результат, да. Есть переговоры, есть находчивость. Ресурсы, потому что ресурсы тоже включают. Слушайте, ну, теоретически лидерство. Кстати, согласен с ресурсами. Не, надо с ресурсами. Лидерство – это больше на том, что это полноценно. Лидер решает, как его использовать. Уникальный человек. Как у нас там звучит карта? Вы обнаружили там, человека сейчас. С уникальными навыками. Который может принести пользу проекту. Управление ресурсами. Мне кажется, вот давайте я тогда уберу. Вот сюда это больше подходит. Ресурсы. А что еще у нас? Заинтересованность. Нет. Просто какие-то уникальные, да, скиллы, но какие непонятные. Так, ну что, нам надо что-то сделать с этой бутылкой. Она все равно у нас, по-моему, риски никакие не несет. Не, нет, мы только получим ходы вперед. Можем. Ориентироваться на результат вместо лидерства. А? Наверное, в находчивость. А можно в находчивость. Работа? Ну, или не факт, что он командный игрок, а или... какие-то есть скиллы. Ориентированность такие... на результат. Вот, смотрите, вот лидерство – это все-таки осуществление руководства и направление действий, да, индивидуумов. То есть здесь лидерство тоже как бы оно. Ориентированность на результат.